Здравствуйте, любители рыбалки, подписчики. Выполняю, Костя, твою просьбу о составлении рейтинга вертушек. Но у меня их немного и ловлю я ими очень уже редко. Было время, когда я убивался по этим вертушкам. Это было то время, когда на смену колебалкам пришла вертушка. Она сильно лучше ловила тогда, чем колебалки, особенно окуня, да и щуку в летний период, когда рыба на поверхности находилась, котлового окуня, жереха, язя. Ну, в общем, по-любому это была новинка, и она лучше ловила. Вот в то время я увлекся вертушками, и, по сути дела, все вот осталось в том виде, в котором и было. Единственное, что вот я свой топ покажу по фирмам, по маркам, которые выпускали. Конечно, на данный момент вертушек очень много. Итальянские, французские, японские есть лучше гораздо, чем у меня. Но вот мой топ я иногда пользуюсь и покажу вам. На первом месте компания MEPS. Недорогие, но очень приличные вертушки. Более того, моя любимая блесна — это MEPS Aglia Long. Вот она. В цвете красная медь. Вот. Лучшая, подходящая, самая подходящая блесна в моих условиях. Единственное, что со временем падал номер. С трех, третьего номера я начинал, потом второй. Сейчас я ловлю один плюс. Или даже один. Вот красная медь — это лучшая у меня. У меня их много до сих пор. Я старался запасаться, в свое время это дефицит был, поэтому я запасался, да запасался, что полно их у меня осталось. На втором месте это тоже Aglia Long, но вот в золотом цвете. И на третьем месте вот такая белая, есть еще черная, но это я покрыл вот такими точками желтым. Вообще-то черная она. Вот, по-моему, всего 4 вида MEPS. Ну, там есть еще какие-то. Поэтому вот MEPS в размере 1.0. Сейчас это рабочая моя блесна. Она у меня, поскольку она самая рабочая, она самая лучшая. Но этим не ограничивается блесны фирмы MEPS. Ну, во-первых, это разный номер. Четвертый номер. MEPS Aglia. Просто Aglia. Но это от формы лепестка, здесь лепесток более округлый. И поэтому, ну тут, чтобы вы знали, узкий лепесток лучше работает на течение. А более широкий лепесток, ближе к круглому, работает на стоячей воде лучше. Вот этот вот средний такой. MEPS Aglia. Потом тоже MEPS Aglia, четвертый номер. Такой красный окрашенный. Потом, что здесь еще есть с MEPS? Это MEPS, знаменитая Black Fury. Вот, в четвертом номере. В определенных кругах. Третий номер Black Fury. Фурия. Такие MEPS тоже с голографической наклейкой. Неплохие. Второй номер. Вот. То есть есть периоды, когда ловят MEPS, вот их сейчас, это где-то начало лета у меня, июнь, окунь после нереста отходит и начинает вот ловиться на вертушки. И еще бывает конец августа, начало сентября тоже, но вот все, щука, окунь, все, ничего не берет, на лучше всего берет именно на вот эти вертушки. Итак, вот первое место — это MEPS, я их отложил. На втором месте у меня... Это всем известная голубая лиса, да? Blue Fox. Что здесь у меня? Пятый номер Blue Fox вот такая. В свое время сома я ловил. Здоровенных. Ну, по нашим местам 10, 12, 15 килограмм считались здоровенные. Вот. Супер Vibrax. Вот он такой. Дело в том, что у них у всех вот этот колокольчик. Вот в этом самое главное. Он здесь гремит и привлекает рыбу. Вот такая
Blue Fox. Третий, наверное, номер. Вся реставрированная уже тут все, вон, закрашенная. Так, Super Vibrax. Вот он, Blue Fox. Третий номер. Тоже Super Vibrax. Третий номер другой окраски. Super Vibrax Blue Fox. Четвертый номер. Ну и вот это вот. Тоже. То есть вот Blue Fox компания у меня на втором месте. На третьем месте у меня всего одна блесна. Первый номер. Производство Герман. 7-граммовая. Она одна у меня осталась. На четвертом месте у меня тоже одна осталась она, но самая здоровая. 4-0. Фантом 21. Здоровенная тоже. Самов таскать. Из здоровенных щук. Очень большая. И очень тяжелая. Редко, конечно, пользуемся мы. И на пятом месте я просто не акцентирую внимание. Здесь различные китайские безделушки. Такие вот. Неизвестно порой происхождение. Тандемы из двух. Ну, это чисто китайские. Spinex вот. Тоже тандем из двух. Но они гораздо хуже работают, чем ранее перечисленные. И полностью самодельная блесна из 90-х годов. Вот, покупался здесь, по-моему, только вот этот вот груз с поводком. А дальше все мы делали сами. Сгибали проволоку, две бусины, гнули кусок латуни и тройник, но даже или без него, украшали октопусом иногда вот этим вот. Это вот полностью мной сделана блесна. В свое время, когда не было их, просто не было, негде было купить. Вот она просто творила чудеса. Уловистости по всем рыбам. Окуням, судакам, щукам, езям, ну все, что попадалось, жерехам особенно, все крупного размера. Потом, конечно, она канула в лето, но они до сих пор у меня вот валяются. Вот, собственно говоря, на этом все. Конечно, кто увлекается ловлями, ловлей на вертушке, у него ассортимент должен быть побольше, пошире. Но я вам показал все, что у меня есть, все, что у меня было, на что я ловлю наших хищников окуня, там жереха, головля, язя, щуку. Вот такие блесна. На этом всем спасибо за просмотр. До свидания.